возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. Спасибо вам большое. Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. Народ, вы все куда? Нет и быть не может. Нет, а вы откуда вообще? Никто! А? Что вы тут делаете? Вы пришли на мою землю, вы оккупанты. Не может. Братская страна, братский народ. Это братский народ и братская страна. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в сложной ситуации. Возможно ли или нет? Надо получить точный ответ. Ввод российских войск в Украину. Ерунда, ничего подобного нет и быть не может.